Здравенькі були, дорогі друзі, с вами, как всегда, Явен. Мы продолжаем играть на сервере, смотрим данный номер 3, все как всегда. И как вы поняли по названию, сегодня серия просто хэштег «Делай добро». Пересаживайтесь поудобнее, готовьте что-то покушать, и мы начинаем. Как вы знаете, неделю назад или две уже прошло, да, как быстро время летит, я разыгрывал автомобили, вот. И один автомобиль у меня победитель не забрал. Он мне не пишет сейчас. Я писал ему 3 дня. Я уже все это говорил в предыдущем ролике. Многие мне написали в комментариях, отдай эту тачку новичку. Я такой подумал, почему бы и нет, почему не сделай бы добро. Поэтому давайте садимся в мой Hellcat, который продается за 14 миллионов. Ссылочка в описании на мой ВКонтакт. Кого заинтересовал данный автомобиль, напишите. Также спрашивайте наличие. Возможно, я просто перед этим ролик записал один, и я уже сказал, что он еще продается. Так что, если он еще не продался, спросите, есть ли он или нет. И давайте будем встречать игроков, которые работают на менее популярных работах. Например, автобусники, менты, что там, эвакуаторщики, кто еще может, ну, инкассаторы еще такое. Ну, короче, не очень популярны, чтобы прям был новичок. А то, если я сейчас скажете медиков искать, да, то мы тупо медиков не найдем. Ну, вернее, найдем, но их будет очень много. И там могут работать как и уже мажоры, такие обычные игроки, которые только начали развиваться. Вот, так что давайте как-то сейчас найдем, как кто первый, короче, попадется, тому и подарим. А то перед этим я уже делал такой видос, или один раз, или два. То я что-то спрашивал у Siri, сколько раз, типа, какое число, и типа мы инкассаторов догоняли вроде. Так, это опасно. Короче, едем в Лва, потому что там очень много игроков. Возможно, там есть и этот, эвакуаторщик. Ну, короче, мне кажется, сейчас кого-то найдем. Если не найдем, придется подарить медикам каким-то. Ну, вот видите, сейчас все на медиках работают, потому что это выгодная работа. Я сам на ней не работаю. Это чувство. Ладно. Когда уже что-то более... Ясно. Когда, короче, пацаны, я подъеду к ком-то игроку, найду, вернее, его, тогда мы продолжим. Только закончил запись, пацаны, нашел игрока, который работает на этом, на КамАЗе. Балки, стой. Привет. Давайте попробуем выйти с ним в контакт. У меня есть для тебя спецпредложение, от которого ты не сможешь отказаться. Да, давайте быстро, если его найдем. Да, кто-то меня там сбивает. Бан. Балка. 8 часов 100 тысяч. Какое? Я хочу подарить тебе автомобиль. Садись в мое авто. Какой? Садись и потом увидишь. Не, ну пацаны, конечно, это для нынешних школьников это понятно. Типа, какой автомобиль, там им интересно. Но если бы мне дарили, я бы тогда уже не спрашивал, типа, какой. Мне уже было посрать вообще, какой. Как видели, в пацана 8 часов и 100 тысяч. Он что-то хотел что-то сам написать только что, но он спрашивает. Сейчас напишешь, наверное, какой второй раз. Да? Или нет. У меня есть уже машина. Какая? Блин, если у него есть, пацаны, нам надо дарить каким-то малоимущим, у которых нет автомобиля. Ясно тогда. Блин, просто хотел подарить малоимущим. Во, пацаны, еще едет одна машина. Удачи тогда. Блин.
Можешь выйти, можешь выйти. Во, красавчик, красавчик, красавчик. Вон пацан повез. Так, едем за ним, едем за ним. Так, пацаны, я уже научен, так что мы будем сразу сначала спрашивать. А чё за ним ездит так много людей? Никто не подскажет. У него 7-й левел, пацаны, это какой-то мажор. Короче, у меня есть вторая тактика. Едем в автошколу, там точно мало людей. Эван, привет, здорово. Это, походу, тот, кто меня знает. Короче, едем в автошколу, будем искать там. А ну, посмотрим на карте, там кто-то есть. Там вообще нету никого, блин. На яблоках нету никого. На спауне, может? Кстати, да. Короче, надо искать сейчас идти людей. Так, пацаны, мы подъехали к спауну. А, ситус же, ясно. Скачивает игрушку, тут пацан второй левел на E34 катается. Блин, а где нам игроков найти? Вряд ли там кто-то сейчас в автошколе будет сдавать. Блин. Казалось, все гораздо проще, просто... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Какой левел, какой левел? Второй. Торговец. На сваем. Привет. Есть авто? Давайте спросим, есть у него тачка или нет. Если есть... Нароу. Торговец, на сваем. Есть авто или нет? Есть авто. Есть. Есть. Блин, что он напишет? Если есть, нет, куплю. Опа. Садись ко мне. Пацаны, походу мы нашли нашу жертву, так называемую. Так, пацан уже... Блин, я думал, он уже крашнул его. Открываем, давай, садись. Давно играешь? У него второй левел, это уже не просто так. Так, давайте его быстро найдем. Торговец. Торговец на своем. Где он, блин? Точно нет такой еще интересный, я бы сказал. А вот. 4 часа. Только начал. Лол. Сегодня? Давайте пораспрашиваем его. Сейчас напишет сегодня. На 4 часа, в принципе, за день можно 4 часа наиграть. Если ты только зашел на сервер и хочется поиграть, 100% можно накатать. Даже больше спасибо за звуки Вайбера. Скавчал давно, но начал более-менее играть вчера. Ясно. Меня знаешь? Наверное, пишет нет. Вряд ли он меня знает. Прикол сейчас будет знать. Типа и посмотрит этот видос. Не, вот этот видос он 100% посмотрит. Но мне кажется, он не знает меня. Я уж не такой особо популярный, что меня должны все знать. Пацан только что на цешке пропустил, красавчик, завожал. Но что мне нравится, что он не отписывает там плюс-минус, а он... Нет, у тебя на ютубе канале есть, канал есть. Давайте, у меня бинт есть. Я представляю фонд... борьбы с малоимущими. И хотел бы тебе тачку подогнать. О, Гидра, привет. Вот. Чё он скажет? Ува-ва-ва. Да. Ну, я не против. Пошли. Так. Гидра что-то ничего не писал. 8000 штрафов. Предлагай обмен. Не, ну пацаны. Будем учить немножечко, пацаны, как делать. Я понимаю, тачка, там комиссия, вся фигня. Как-то не очень. Так, я надеюсь, он разберется, как там предложить обмен. Там, в принципе, тупому понятно как. Так.
А, у него на руках, у него, наверное, на банке. Ладно, давай. Ладно, уже, ладно. Предлагаю ему обмен. Оплати штрафы. Штрафы, плиз. Вот тут. Все, я думаю, что он сейчас предложит. Да? О, главное, что у него на комиссию хватило. Так, где этот Лоурель? Вот. Nissan Лоурель. А, 10 тысяч. У него сотка. Оперский, привет. Крестики. Все. Торговец на своем, Лоурель. Нужен Майбах на номере? Очень мало. Не, спасибо. Не, спасибо. Так, пацаны. Теперь действие новичка. Напишет спасибо или не напишет? Просто один был, у меня просто сказал спасибо, ага, и ушел просто. Спасибо тебе, чел. Привет, привет, Хач, конечно, привет. Не за что. Смотри сейчас себя на канале. Вот. Так что, торговец, на своем тебе привет. Ты везучий пацан, что я тебя встретил, что поехал на БУ. Вот, на этом все. Избавились от тачки, как вы просили. Не продал ничего. Подарил новичку. Вам приятно. Ну, ему приятно, мне. А чё она ха-ха написала? Такое чувство, как у меня сейчас просто голосовой чат врублен, и они меня слышат. Но я назад не нажимал. Мне, понимаете, просто, пацаны, я нажимаю назад, и там голосовой чат, и у меня ютуберская панель. И типа, ну, такое. Короче, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, пишите ваши предложения по поводу видосов, пишите свои лайфхаки на сервер в комментариях. С вами был Эван, всем удачи, пацаны, и всем пока.